Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром мы бы хотели попросить вас подписаться на канал и поставить лайк, чтобы не пропускать ежедневные новости на нашем канале. А мы переходим к новости. У певицы Дорофеевой произошло большое горе. Надя Дорофеева рассказала поклонникам ужасное известие. Ее танцора жестоко избили возле одного из столичных клубов. Инцидент произошел в ночь на 1 августа. Подробностями звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она поведала, что ее танцор Женя с друзьями выходили из ночного клуба, в этот момент на него было совершено нападение. Надя Дорофеева подчеркнула, что ребята никого не обижали и вели себя адекватно. Но внезапно молодого человека сильно толкнули и обрушили на него ряд ударов. У парня случилось кровоизлияние в мозг, артисту сделали трепанацию черепа и ввели в искусственную кому. Певица также сообщила, что есть фото нападавшего и свидетели ЧП. Заявление в правоохранительные органы уже написано. Она добавила, что близкие и коллеги молятся о том, чтобы парень поскорее выздоровел. Озвучено Яндекс.Спичкет. Он находится в тяжелом состоянии. Исполнительница заявила, что мужчина, избивший ее танцора, скрылся с места происшествия. Его розыском уже занимаются стражи порядка. Подписчики пришли в шок от такой новости. Они поддержали Надю Дорофееву и Евгения добрыми пожеланиями, посочувствовав горю. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. И свежие новости каждый день вы будете видеть первыми. Спасибо за просмотр.